Привіт усім громадянам України. Почну сьогодні з цитати нашого українського письменника, якого, як і наші українські території, ми нікому не збираємось віддавати або дарувати. Це Михайло Булгаков. Цитата мовою оригіналу. Не читайте перед обедом советских газет. И позвольте дополнить, уважаемые зрители, классика. Не читайте перед обедом продажные СМИ и не смотрите карманные телеканалы. Ну, если только не хотите получить на обед порцию сочной и отборной такой брехни. Я же продолжаю лично рассказывать вам о нашей работе и о победах Украины. И сегодня хочу сделать это на русском языке. Не случайно. На русском языке, на этом языке, особенно в последнее время, нашим людям, увы, вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке. На языке, что, по мнению одной партии и одной страны, у нас сильно притесняют. На языке, на котором говорит много наших военных на передовой. Защитников Украины, защитников от защитников. Того самого русского языка, которого у нас так сильно притесняют. Так сильно притесняют, что надо приезжать к нам на танках. На русском языке, который мы, украинцы, никому не дадим, между прочим, приватизировать и никому не подарим. Хотя бы из-за человека под псевдонимом Козак Луганский. Он же Владимир Даль. Между прочим, уроженец Луганска, а это, если кто-то еще не понял, Украина. В общем, простите, что сегодня я буду не державною мовою, а с вами розмовляти, а с вами говорити. Я просто очень хочу, чтобы меня четко услышала сегодня именно та часть людей, которая в силу разных причин относится к украинскому языку с опаской. И наивно верит, что если на русском и по телеку, то это точно правда. Например, новость о том, что в Украине запретили книги Булгакова. Ну, знаете, я могу долго подробно рассказывать, что по данным книжной палаты, включая прошлый год, между прочим, «Мастера и Маргарита» в Украине издавали 39 раз. Что этот роман есть в школьной программе. Что на ввоз «Мастера и Маргарита» выдано 14 разрешений. И только одному издательству, а в соответствии с украинским законодательством, было отказано. Не из-за великого Булгакова, а из-за предисловия, где указаны деятели, которые поддержали аннексию Крыма. Короче говоря, новость про запрет Булгакова в Украине – это, как сказал бы профессор Преображенский, бред космического масштаба. А вы спросите, почему я вдруг так активно сегодня сыплю его цитатами, знаете, просто вспомнил, перелистывая книгу. Вы спросите, какую книгу? А вот эту книгу, с чеками, между прочим. Все эти книги, дорогие друзья, вы не поверите, они все изданы на русском языке. Между прочим, изданы как в Украине, как у нас, так и у них. Куплены они вчера. Между прочим, куплены не из-под полы, а свободно и причем в самом центре Киева. Вот чеки. Вот абсолютно. Не в прошлом году, не до войны. Вот «Мастер и Маргарита» тоже закладочку я сделал вчерашней покупки. Не до войны, а куплены в этом году, куплены вчера. А вот возникает вопрос логичный. Почему же тогда некоторые средства массовой информации, некоторые, скажем так, эксперты и даже отдельные народные депутаты вас обманули? Обманули, что у нас запрещен Булгаков. При этом представ
ярыми защитниками справедливости. Отвечу цитатой уже другого писателя, российского оппозиционера Бориса Акунина. «Худшее зол то, что добром прикидывается». Он, по-моему, очень подходит вышеупомянутым товарищам, вышеупомянутым СМИ. Они же, к слову, точно так же врали, что Украина запретила книги Акунина. Вот. Какие книги? А вот все. Вот эту, вот эту, вот эту. Собственно, ну, их очень много во всех книжных магазинах Украины, столицы нашей. Вот. Ну, как и книг Булгакова. Вот. Вот. И эти же книги Бориса Акунина тоже куплены вчера. Свободно. И там же, не поверите где, в центре того самого фашистующего Киева. Окей. Что же мы с вами имеем в итоге? Да, все просто. Наглую, циничную, самое страшное, опасную ложь. Такое вот трио. Очень напоминает трио каналов, которые на этой неделе прекратили свое вещание в Украине. Вы знаете, что решением Рады национальной безопасности и обороны Украины к владельцу каналов 112, каналов ЗИК и Ньюзван были применены санкции. Событие громкое, событие мощное, обсуждение бурное, мнений множество, вроде все просто, но в то же время все очень сложно. Поэтому я предлагаю на этом остановиться и все детально с вами открыто обсудить. По-честному, по порядку, по полочкам. Итак, мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я, человек, отдавший более 20 лет жизни телевидению, введу решение Рады национальной безопасности и обороны Украины против трех телеканалов? Согласитесь, звучит дико. А не кажется ли вам, что если даже я, человек, которого часто просили ранее, это не говорить, про это не шутить, это не вспоминать. Человек, которому запрещали концерты, запрещали его фильмы, запрещали сериалы, который ненавидит цензуру всем своим естеством, не зная, что такое защищать свободу слова. Так вот, если при всем этом я принял такое решение, то значит это были весомые, железобетонные причины. Если кто-то забыл, 20 мая 2019 года я дал присягу народу Украины. Если кто-то не знал, я поклялся защищать суверенитет нашей державы, независимость и безопасность нашей страны. Если кто-то забыл, Россия аннексировала у нас Крым. И часть нашей территории сегодня оккупирована. Уверен, временно. И все те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине, угрозу нашей стране. А значит, страна будет с ними бороться. И это тоже является нормой. И как президент я обязан и буду действовать любыми доступными мне законными способами для нейтрализации подобных угроз, в том числе при помощи санкций. Далее, с 2014 года у нас идет война. С этого же года у нас действует закон о санкциях. В строгом соответствии этому закону, а также Конституции Украины, на основании предложений Верховной Рады Украины и ее постановления от 2018 года, а также данных Службы безопасности Украины, которые в силу понятных причин пока не могут быть оглашены, а Рада национальной безопасности и обороны Украины приняла решение о применении санкций к собственнику канала 112 ЗИК и Ньюзван. И именно это главная причина прекращения вещания. И единственное, а не какая-то там критика, как где-то вот кто-то из этих товарищей говорит, критика меня как президента. Давайте честно, сегодня власти попадают от всех каналов, и от частных, и от государственных. Но далеко не все каналы попадают под санкции власти. Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально вас обманывали и
и зомбировали. Например, убеждали, что власть отобрала у народа землю, но молчали о том, кто украл тысячи гектаров вашей земли, пока действовал по факту фальшивый, абсолютно фальшивый мораторий. Убеждали, что власть устроила тарифный геноцид, но молчали о том, что ряд облгазов и облэнерго, что влияют на тарифы в регионах, не напрямую, но принадлежат депутатам одной известной партии. С красивым названием. Очень красивым. Как тост. За жизнь. Правда, не за вашу, а за их. Но главное другое. Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны на самом деле нет. Точнее, есть, но она гражданская. Нет, не в смысле, что воюют граждане Украины и граждане Российской Федерации. Нет. А что это наш внутренний конфликт. Ну, наша такая ссора, такой вот маленький между собойчик. Ну, подумаешь, такой между собойчик. Десятки тысяч людей погиб. Мальчиков, девочек, подумаешь. Да. На днях... Один депутат с анекдотической фамилией и нешуточным многомиллионным состоянием заявил, что в Украине началась эпоха зеленого фашизма. Знаете, братьев моего деда Семена вместе с их семьями убили нацисты. А дед мой в это время был на фронте. В итоге он прошел всю войну. И вернулся победитель. Вы хотели этой фразой задеть меня за живую? Отвечаю вам, не вышло. Я мог бы ответить вам тем же и задеть за живую вас. Не стану. Решение Рады национальной безопасности и обороны законно, оно логично, оправдано, а главное, оно справедливо. А еще полностью поддержана Соединенными Штатами Америки, Евросоюзом, странами Большой Семерки, которые четко видят разницу между цензурой и защитой национальных интересов страны. Отдельно я хочу обратиться к одному народному депутату, уже из другой партии, известному монополисту патриотизма, отцу и матери, можно сказать, украинского государства, где все начинали он и его команда, естественно. И основание Запорожской Сечи, и безвиз, и крещение Киевской Руси. В общем, дорогое, вы наше все. Скажу вам так. Многообразие хорошо для ваших карамелек и печенюшек. Но не для мнения и позиции. Вы всех нас немножко, если честно, запутали. С одной стороны, вы говорите, что решение РНБО незаконно, а с другой спрашиваете, почему мы это не сделали раньше. Вы говорите, что нельзя вводить санкции против украинских граждан, но почему-то забыли, как сделали это в 2017 году. Вы говорите, что сами хотели это сделать, хотя, по-вашему, напоминаю, это незаконно. Хотели, но не смогли, потому что начались выборы. Главный вопрос. Вы заявили, что всегда боролись с российской пропагандой и в целом поддерживаете это решение. Напомню, по вашему мнению, незаконное. Но которое, по вашему мнению, давно нужно было сделать. Вот как-то так. Скажите, а почему тогда на каналах ярого борца с российской пропагандой, ну и ее агентами, естественно. Этих самых агентов в последние 3 дня показывают чаще, чем рекламу вашего нового масла. Хорошо. Что же это? Это какая-то хитрая стратегия, настолько хитрая, что никому не понятная. Возможно, я вас удивлю, но с вами, всем и все давно понятно. Ну и в завершение я хочу сказать нашим украинцам следующее. Дорогие украинцы, нас хотят разделить. Чтобы этого не случилось, мы сами должны научиться разделять правду и вранье, благие намерения и шкурный интерес, мух и котлеты.
Да, во всей этой ситуации есть много, действительно много нюансов, доводов, различных но все эти но условные, а правда, она безусловна. И заключается она в одном и в следующем. Есть средства массовой информации, а есть средства массового поражения. Снаряды поражают тело, информация, увы, поражает разум. Есть свобода слова, а есть слова, которые могут привести к несвободе. И только правдивое слово должно быть свободным. Есть критика против личности, а есть диверсия против страны. И сегодня она, эта страна, она это Украина. И она все делает для мира. Но никогда не даст себя в обиду. Будет защищаться до последнего. Не сдастся, но и точно победит. А закінчу, якщо ви не проти, я вже нашу українською державною мовою. Дякую. Слава Україні!